Итак, дорогие друзья, сейчас мы установим первый полезный плагин, который поможет нам заметно легче и удобнее верстать. Но перед этим давайте мы зайдем в пункт Folders и вот именно в пункте Folders щелкнем правой кнопочкой по любому файлику. Щелки, видим, какое скудное меню у нас выползает. Так вот, это меню можно расширить и сделать заметно удобнее для нас, как для верстальщиков. И в этом нам поможет специальный плагин. Щелкаем на Preferences в главном меню, выбираем Package Control и здесь выбираем пункт Install Package, видим, да? Щелкаем. Ждем, он подключается к интернету. И вот у нас список, видим, сколько плагинов всяких есть для нашего Sublime. И здесь мы вводим название плагина. Side. Так, Bar Enhancements. То есть, что до конца вводить, если у вас выведется не этот плагин. Щелкаем. Обратите внимание, у нас здесь идет такое... Равно туда-сюда скачет, показывает, что он скачивается. И в конце написано successfully installed. То есть установлен успешно. И теперь вспомните, какое было главное, ну, какое было всплывающее меню в начале этого урока и какое оно сейчас. Обратите внимание, что здесь появилось очень много интересных функций. То есть и новый файл, новая папка. Редактировать, открыть в браузере, открыть в новом окне, open with. Особенно это касается картинок, можно открыть при помощи Photoshop, либо другой программы. Edit Applications, тут настраивается. У Photoshop там, по-моему, прописано по умолчанию, видим. Но и сейчас он недоступен. Либо при помощи браузеров открыть. Дальше. Что еще? Вот тут, кстати, можно сразу скопировать имя файла. Иногда надо. Давайте вот. Ну, вырезать, копировать имя. Скопируем и вот, видим, вставляется имя. Дальше, копировать путь. Вставляется, видим, путь сюда идет, да? Вот это особенно удобно для картинок, допустим. Вот, скопировать copy-pass. Вставляем щелк и видим, скопирован путь к нашей картинке. Отлично. И еще один момент, обратите внимание, очень полезная штука. Copy as text. И здесь на видео не будет видно, но ниже там есть такое, как тег А и тег ИМЖ. Обратите внимание. Если мы выберем тег А, то здесь вставляется ссылка на нашу картиночку. Видим, да? Только здесь обязательно убирайте вот этот слэш. Если мы выберем пункт, на картинке щелкнем правой кнопкой, выберем пункт Copy as Text Tag IMG, у нас сразу пропишется путь картинки. Так, давайте пропишем путь картинки. И видим, то есть сразу вставляется Tag IMG, прописывается путь к нашей картинке и сразу размеры. Ну, не хватает атрибута Alt только. Так, давайте мы сохраним это дело. Щелкнем правой кнопочкой по индексу HTML и выберем Open Run или Open in Browser. И видим, вот логотипчик и вот обычный заголовок. То есть, очень удобный плагин, поэтому на здоровье им пользуйтесь.